Депутатами называются несмотрящие. Вони стріляють в людей. Вони здійснюють тиск на правоохоронну систему. Вони здійснюють тиск на суди. Вони розстрілюють громадян України. І це здійснюють депутати. Ви правильно мене почули. Це не бандити, це не якісь структурні ОЗГ, якісь злочинні угрупування. Це здійснюють розстріли, здійснюють депутати, діючі депутати. Я вже не кажу про те, що вони, не дивлячись на те, що нема ніяких паперів, нема ніяких законних підстав, вони здійснюють рейдерські захоплення підприємства. Ми навіть це вже не беремо. Я розумію, що для цих смотрящих вони дивляться і тягнуть нас в ад, розумієте? Ми не йдемо на розвиток, ми не йдемо, щоб українці розвивалися, щоб наші діти жили тут, як у цвітучому саду, розумієте? Ці люди тягнуть нас в ад. Ці люди, ще раз хочу наголосити, ці люди, діючі депутати, і ви їх знаєте, я дуже вдячний вам, місцевим жителям, що ви не побоялись, вийшли проти цієї гідри, проти цих бандитів, смотрящих, бо вони так і називають себе, смотрящі, вони тут за вами дивляться. І ми не стадо, да, ми сьогодні тут, щоб було всім зрозуміло, що ми не стадо, нас, за нами не треба дивитися, там, смотрящими бути, да? Є закон, який потрібно. Ну, ви розумієте, мене трошки переповнюють емоції, да? Бо мені хочеться, знаєте, я рахую себе такою ж людиною, як і всі, да? Мені хочеться сказати з приводу цих негідників, бо на прикладі скажу так, що наші журналісти здійснювали розслідування, так? І коли вони приїжджали і побачили, що ці депутати згуртовані, от ви подивитесь, так, що там на картинці, це вони в управлінській структурі, зрозумієте, так? Тобто це вони приїхали в орган, в государственный орган и спокойно рассказывают нам, как нужно функционировать, как нужно жить. А после этого он берет в руки автомат и расстреливает человека. И хочу повторить еще раз, человека, которого расстреляли, я хочу на этом просто сакцентировать внимание, что человека, которого расстреляли, он чудом выжил. Мало того, меня другой момент смущает, ну очень смущает. Этот депутат стрелял в затонированный автомобиль. Вот вопрос, когда человек стреляет из автомата очередью, да, стреляет в автомобиль затонированный. А если там ребенок, если там жена находится, да, я лично передвигаюсь по Украине с женой, с детьми, членами нашей организации. И в нас будут стрелять вот такие вот покидьки. И мы будем это, прошу прощения, проглатывать. И мы будем молчать, называть вещи своими именами. Они сами называют вещи своими именами. У нас есть очень интересное послание от президента Украины, я не побоюсь этого слова. Есть очень прекрасное видео, мы его поставим в конце. Там, где президент сам лично дает оценку таким вот похитькам, потому что это похитьки, самые настоящие. Потому что, проводя журналистское расследование, мы увидели, в принципе, корень зла этого. То есть мы говорим сегодня, там, хаем власть, да, там, продажа земли и так далее, и так далее. И мы видим сегодня, что этот депутат просто убивает человека. Просто убивает человека из этого, из-за нашей земли. То есть его атошника не убили в зоне АТО, он оттуда пришел целый. Пусть мать простит, я понимаю, что ей сейчас это слышать неприятно. Я понимаю, что, возможно, кто-то воспримет это как-то по-другому, но надо вещи называть своими именами. То есть он пришел с АТО живой. И какая-то мерзость позволяет
себе открывать огонь на поражение. Потому что мы когда слушали, как эта ситуация происходила, у нас, ну, у меня просто в голове это все не укладывалось. Он просто заскочил в этот автомобиль, я не знаю, чудом, там что изрешечено. Там просто живого места на машине нет. Все колеса, все прострелено, пробито. И благо, что он доехал до трассы, потому что он бы, в принципе, умер. И этот депутат бы сказал, что он сам себе в ногу стрелял. Ну, понятно, если сейчас мы говорим о том, что человека, которого было совершено на человека, которого было совершено нападение, он находится в тюрьме, он сейчас не рядом с нами. Он не может сейчас прийти и рассказать объективно, как это все происходило, чтобы вы услышали. Этот человек находится в тюрьме, а Варентинцев, это хуже животного. Что можно назвать какими-то именами, да, но это хуже, животное так не поступает. Я прошу прощения, мы передадим микрофон местному жителю, он прокомментирует, пожалуйста. Смотрите, человек, который едет просто-напросто не на свою землю, который целенаправленно едет и на своем автомобиле, с левыми номерами, с зарегистрированным оружием, он реально едет убивать. Он едет убивать нашего друга, с которым мы росли, занимались, которого мы знаем. Зачем он это делал? И как это? Наш друг сейчас в тюрьме, а какой-то членосос именно сидит дома из-за того, что он депутат. Люди, одумайте, куда вы катитесь? Что вы делаете? Кого вы закрываете? Друга нашего, который воевал за вас всех, отдавал свою жизнь именно. И мы сейчас, чего мы добиваемся? Чего мы здесь собрались? Давайте подумаем именно, воспитаем в себе какую-то независимость, какую-то патриотичность. Он патриот страны. Он всего это добился. Мы благодаря нему здесь стоим и собираемся. Это малая часть, что мы можем сейчас это собрать. Где сейчас этот Воротынцев? Пускай его приведут сюда. Если Лени здесь нету, пускай он придет сюда. Ну что он депутат? Он такой же человек, у него такая же кровь. А Леня проливает за справедливость сейчас свою кровь. Он в новом буре у тебя дома сидит. Так пускай он придет, пускай приведут эти. Пускай они его приведут сюда, и пускай он скажет свое слово. У него домашний арест просто-напросто ночной и все. Пускай придут, что мы здесь все собрались? Виновников нету. Все судьи, которые судили, все куплены, это все понятно. А из-за того, что у Лени нету денег, он простой человек такой, как мы, он не мог купить себе свободу, его за это закрыли. Из-за того, что есть подправители повыше, посильнее, помогущественнее. Люди, давайте собираться, давайте что-то делать, это наш друг. Собрались здесь, мы посмотрим, какая будет реакция, неделю, там, три дня. Мы знаем о том, что есть трудности по поводу содержания вашего товарища, вашего односельчанина, вашего, ну, я бы назвал бы парня героем, честно. Потому что быть в АТО, прийти сюда и получить пулю от того человека, который выбрал народ, ну, его же люди выбрали, правильно? Получается так. И люди сегодня должны задать вопрос, они хотят такого человека, который будет вот так защищать свои права. Так случилось, что вот сегодняшняя наша акция проходит после дня празднования Конституции. Так вот, я уже месяц молчу. 18 июня 2021 года я заключила договор на оказание правовой помощи с Кибор Леонидом. Но до сегодняшнего дня ни Следственное управление Николаевской области, ни прокуратура Николаевской области, ни Головное следствие управление вместе с ними в защите Леонида Кибор меня не допускает. Поэтому все то, что тут, уважаемые господа, отбивается, означает только одно. Господа, которые находятся в этом здании,
здании следственного управления, Генеральной прокуратуры забыли, что Конституция нашего государства – это Библия, и все, что тут відбувається, – это ее похороны. Слідче управління, на мої неодноразові клопотання, допустите мене в защиті, пишет мені. Извините, гражданка, назовите нам номер кримінального провадження, і тоді ми подумаємо, допустимо ми вас или нет. Относительно обстоятельств, ну, уже, наверное, только ленивый об этом не сказал. Да, к делу я не допущена. Мною изучены только те материалы, которые докладаны до клопотания про броня запобіжного заходу. Но их достаточно для того, чтобы понять любому, даже не обладающему юридическим образованием человеку о том, что по обстоятельствам данного уголовного дела, к сожалению, автомобиль, на котором приехал мой подзащитный, он не то что расстрелян из автоматического оружия, а там, ну, будем так казать, пошкоджене на пошкоджене. Автомобиль, на котором прибыл господин Воротынцев, чудно, но не пошкоджене. У моего подзащитного огнестрельное ранение. Господин Воротынцев, как известно, цел и невредим, но моего подзащитного дружно сгребли и отвезли на ИВС города Киева, а господин Воротынцев цел и невредим и находится под домашним арестом. Поэтому у меня как защиты абсолютно нет никаких удивительных сомнений на предмет того, почему мне следственно-прокурорские органы уже месяц блокируют доступ к делу. Поэтому я надеюсь, что после того, как мы здесь собрались, и я вынуждена обратиться вот в такой способ, меня все-таки допустят к делу, в защиту Леонида Кумпора. Ну, в общем-то, еще хочется сказать, что неудивительно, к сожалению, также то, что мой подзащитный за гратом, а господин Воротынцев там, где он есть, дома, и у него все в порядке. Как известно нам всем, якщо в тебе є доступ до влади, а как нам всем известно, господин Воротынцев является представителем нынешней власти, депутатом, если мне не изменяет память, Баштанского райсовета. И ни для кого не секрет, что в защиту господина Воротынцева выступил депутатский корпус. Господа, которые присутствовали на избрании ему меры пресечения, не будем их называть. Вот такое положение вещей в этом деле. И я надеюсь, как адвокат, что после сегодняшнего мероприятия я получу хотя бы малое. Я прошу допустить меня к участию в деле. И хочу напомнить власти, что сегодня вы зеленые, а завтра вы бывшие депутаты. Сегодня у вас есть возможность крышевать беспредел. А завтра все может измениться. Спасибо. Свободу! 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 Это надежный человек. Это надежный человек. Он жизнь отдаст за друга. И он не дал себя убить. Не дал этим подонкам себя убить. Но сейчас эта машина правосудия, она пытается его сожрать. И эти сволочи снова будут приходить к нам в дома, убивать наших детей, наших внуков. Им все позволено. Если мы будем молчать, мы будем как овцы находиться, жертвами. Все, что я хочу вам сказать.
сейчас находится. Он вообще не может. Это человек, который просто с одной ногой. И он сидит там, где он сидит. Никто ничего не знает. Мы не можем никак не связаться с ним, ничего. Я хочу, чтобы он вернулся домой, чтобы нашего папу вернули домой. Он никакой не убийца, не преступник. Он нормальный человек. Он был в АТО несколько раз. Он играл в футбол. Я не знаю, никогда не было никаких у нас проблем, на него никто никогда не жаловался. Его загребли просто, непонятно, какого члена его вообще загребли туда, где он сейчас находится. Так что я хочу, чтобы его вернули домой, и он был с нами здесь. И мы его здесь будем лечить, и все. У меня просто нет слов. И вообще я возмущена тем, за что его посадили, за что? Где наша конституция, где наши конституционные права? Вы понимаете, получается такое, складывается такое мнение, у кого деньги, у того власть. А у кого денег нету, значит можно его топтать, можно унижать, можно сажать в тюрьму. За что? За что? Я хочу вас спросить. И где этот депутат? Почему он не вышел сейчас к народу и не объяснил свою позицию? И на каком основании он все это затеял? За что посадили люди? За что? Я не могу понять, понимаете, меня переполняют эмоции, я не знаю, как сказать его. Мне кажется, депутата надо лишить мандата, надо устроить ему люстрацию и отобрать у него все права и все. Может, я не знаю, где наша конституция. У меня нет слов. Я только за то, чтобы освободили люди. Надо добиваться, надо стоять, надо требовать справедливости. Свободу Лёня! Свободу Лёня! Свободу Лёня! Свободу Лёня! Свободу Лёня! Воротынцева на нары! Смотрящего Воротынцева на нары!